Помните героя чеховского рассказа Ваньку Жукова, который сочинял письмо на деревню дедушки? Сегодня любой мальчишка отправит послание смс-кой или электронной почтой. Пишет ли кто-то письма? Письма писали, пишут и будут писать всегда. Ну, намного меньше, наверное. Ну, немножко меньше поток стал, конечно. Основная масса – это, конечно, поздравительные отправления, поздравительные письма. Ну и организации, конечно. Оказывается, за год почта доставляет по миру 438 миллиардов писем и 6 миллиардов посылок. Латвия Спас – это 625 почтовых отделений, в которых трудятся почти 5000 человек. Каждый день они обрабатывают в среднем 11 250 писем и 850 посылок. Да, письма отправляют реже, но зато почта оказывает и другие услуги. Спектр услуг у нас очень большой. Это как и было, и это и письма, и посылки, и мелкие пакеты. И, как всегда, это абонирование газет, журналов. Электронную подпись оказывает наша почта. Открытие счетов для пенсионеров и для любых физических и юридических лиц. Оплата коммунальных счетов. Билешу сервис. Точно так же у нас находится Латвия Спас, который может предложить жителям города это билеты. И, ну, разный спектр. Продажа сигарет, коммерческий товар. Ну, разные, очень много услуг. Для работников почты дата 9 октября – профессиональный праздник, а для остальных – напоминание о том, что есть простой способ порадовать родных и близких – послать маме или бабушке не короткое смс-сообщение ко дню рождения или на Новый год, а красивую открытку с теплыми словами.